Анонс. И точно до выхода второй части сериала «В тени больших чисел. Улики из будущего». Премьера сериала состоится 16 ноября на канале ТВЦ. Звучит выстрел из пистолета, и жизнь простой школьной учительницы обрывается. Накануне она оставила пророческую публикацию в социальной сети о том, что завтра ее убьют. Однако в ходе следствия выясняется, что авторство записи принадлежит не жертве, а ее палачу. Постепенно такие убийства с предупреждениями превращаются в серию. Стараниями блогера «Ночной лисы» преступления вызывают широкий общественный резонанс. Убийца регулярно выходит с ней на связь. Следователь Анастасия Ольховская и консультант отдела по расследованию особо важных дел Антон Щербатов объединяют усилия, чтобы разобраться, зачем убийца столь необычным способом предупреждает о грядущих преступлениях. И какое ко всему этому отношение имеет «Ночная лиса». Премьера сериала состоится 16 ноября на канале ТВЦ. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.